Куда идти? Куда идти? Спасибо Порчу за продакшн. Слушай. Куда идти среди сотен доступных линий на карте? Я 18 лет в дороге, началось в марте. 6 лет там и 6 лет здесь. Поиграли с моим разумом, мозг может жить. Тост тоже к черту, дай мне виски, если есть совесть. Мне незнакомое чувство, и этот текст не повесть. Так, мысли на листок, мир жесток. Нахуй судью нам всем и так, суете срок в огне. Но сколько строк во мне, а паранойя заходит в гости. И даже во сне, мне становится страшно за свой рассудок. Я плохо помню, почти сонем, как чужой рисунок. I'll be zoning on these roads, trying to breathe. Where I'm going, I don't know, because I keep thinking on my own. Gotta keep sipping on that drone, rolling my weed out on the streets. I'm trying to breathe. По тротуару пешим ходом мимо серых душ, не уступая пешеходам, что делится куш. На карте ведь все, значит надо быть цепким как уж. Встал ему лицо, выпил чай, принял медленно душ. Чем издать свой первый трек, примерно потом. Вверх за целью, я верю в тех, кто верит в идею. Когда все было не так, на шаг мы быстрее. Среди всех этих районов движений блоков и их творений сроков и липких растений толком не вышел вперед, как током бьет хейт, что растет под током, и рэп мой взорвет. Ты не увидишь радости в треках, пока я тут, где каждый вечер дети с ножами что-то берут. Я мои вещи маршрут, мысли о завтрашнем дне. Память уже не сотрут постгоды, причина войне и горы, где все как во сне заметно меняется. Вид надежды, как порох, осев сгорает, оставив следы. Стараюсь, но смог ли бы ты слова, как то ходит ты. Мелькают под окнами дни, меняя мой рэп, говоришь ты. Утра я сдаст 120 миль в час. Здесь нету места, где я не был, нету правил для нас. Но лимит давит на газ, травит рассказ. А в нескольких кварталах сзади стая ослабленных глаз. Готовы на все, на вар с отобранных страз. Оторванный класс жителей заброшенных трасс. Это всего лишь часть жизни в этом прекрасном Лондон-Сити. Смерть все время на репите. Туристам не смешно, если на Бриксон пригласить их ночь. Крепче чувствую под ногами почву. Обитель зла, и я не про фильм, где Йович. Куча бабла, тогда с охраны летая Абрамович. Вниз по наклону меня ведет этот нервный поход. Мой рэп монотонный, всегда правдив, нахуй левый доход. Смелый подход, стирает фейков, как грязный развод. Весь прошлый год летал вокруг тех, сбивая в айпод. Нахуй блокнот, но долгий труд принес мысленный ход. Рэп как завод, медленно строю ряд новых работ.